Семь незаконных объектов планируют снести. Акимат Алматы в ближайшее время первую шашлычную убрали с помощью строительного крана буквально за считанные секунды. Такая же участь ждет все строения, возведенные в обход закона, предупреждают местные власти. Владельцы кафе «Луна» в спешке разбирают шашлычную в надежде сохранить хотя бы часть строительных материалов. Еще в прошлом году их предупредили, что это строение с мангалом возведено незаконно, и его следует убрать. Но хозяева тянули до последнего. Человеческий фактор. Думаю, что да, прокатит. Ну, не прокатило, что поделаешь. Шашлычную построили на земле государственного фонда. В остальном кафе «Луна» у судебных исполнителей претензий нет. Она продолжит свою работу, но уже в рамках своей территории. По словам владельцев кафе, стоимость шашлычной – несколько миллионов тенге. Но эти деньги им никто не возместит. Принудительный снос проводится за бюджетные средства. Но в последующем с хозяев незаконных строений эта сумма будет взыскана. В настоящее время, да, 7 уже снесено. 7 незаконных построений снесено, и сейчас остался 7 летом. Как сообщили судебные исполнители, пока сносят мелкий нелегальный общепит. Затем власти возьмутся за более крупные постройки, возведенные в обход закона. Динмухаммед Каликулов, Кенже Амраев, 24 KZ, Алматы.